Всем привет, с вами ProGamer. В этом видеоролике я расскажу вам, как пользоваться одним очень интересным приложением, и называется это приложение AudioLab. А также отмечу, что это приложение доступно совершенно бесплатно на платформах Google Play или же App Store, а на платформе Google Play. Это приложение имеет вот такую вот статистику. Статистика довольно-таки хорошая, не у каждого приложения есть подобное, но также при началом самого видеоролика, чтобы вас попросить подписаться на мой канал, ведь меня смотрят большая часть аудитории без подписки. Подпишитесь, мне будет очень приятно. Но мы начинаем сам видеоролик. Итак, переходим в приложение, у нас открывается вот такой вот интерфейс. Интерфейс довольно-таки несложный, разобраться в нем проще простого. Для начала есть такая функция, как обрезка. Обрезка аудио, то есть вы выбираете любой трек, который вы хотите обрезать. Допустим, кстати, самое главное, чтобы этот трек подходил еще под именно... по размеру, то есть там есть определенные критерии, по которым должен соответствовать трек для его редактирования, то есть, допустим, MP3 хотя бы. Итак, допустим, у нас есть также инструкция, то есть если вы что-то не понимаете, просто нажимаете «Хорошо», подсказка, то есть у вас инструкция появляется, также это будет отмечаться в виде вопросительного знака. Вот как видите, тут все подробно, грамотно объясняется, просто достаточно прочитать все. Объясняются все функции досконально, то есть как обрезать, что сделать, чтобы не так. Также в конце у вас представлена инструкция, то есть я вам это покажу чуть позже, чутка позже, где все расписано. В общем-то, выбираете, сколько вам нужно обрезать, и нажимаете, вот сначала выделите все это дело, выделяете, и потом уже просто нажимаете удалить, то есть удаляете, и все, трек у вас обрезается. В общем-то, ничего сложного тут нету. Также есть трим, тишина, фейд, то есть тоже определенные такие мерки, которые вам в этом плане помогут. То есть достаточно просто прочитать инструкцию, и все понять уже можно очень быстро. Микс аудио тоже достаточно интересная функция, о ней можно говорить очень долго, потому что, конечно, по времени ее можно разбирать до 10 минут, аж вплоть, но я сделаю все это сокращенно. То есть тут вы также можете нажать на вопросительный знак, и у вас будет появляться полный функционал, что из себя представляет. То есть каждая функция, тайминги всякие, в общем... добавление чего-то нового, то есть также тут можно довольно-таки круто замиксовать все это дело, замиксовать ваш трек. Если хотите узнать подробнее, просто, допустим, либо возьмите, зайдите на сайт, там просто есть очень много подобных туториалов, чтобы узнать по поводу приложения все, даже есть довольно-таки крутые уже готовые исходники, которые вы можете также использовать. Слияние аудио, то есть тоже довольно-таки понятная функция, вы можете просто слить аудио из двух аудио в одно. Я думаю, тут вот такие все функции, их можно разобрать просто на словах. Тут ничего сложного нету. Если вдруг вы не поймете на деле, нажмете просто на вопросительный знак, и все вам там уже будет показываться. То есть редактор тегов, то есть может также подредактировать, изменить картинку, описание исполнителя. В общем, полностью переписать ваш трек. Далее, конвертировать видео, аудио. То есть тоже довольно-таки интересная функция. Вы можете изменить формат. То есть формат на MP3, если у вас будет не подходить. В этой программе все можно сделать. Также записать аудио. Тут особая функция говорит сама за себя. Ничего интересного тут рассказать про нее не могу, потому что она и так очень понятна. Разделение видео, аудио. Извиняюсь еще раз. То есть аудио вы можете разделить на два куска. И далее уже с ним потом что-нибудь поиграться, сделать что-нибудь из этого интересное. Изменить аудио. Аудио вы также можете изменить, то есть изменить его направление, в общем-то, тут ничего сложного также и нету. Также вот есть функция текст в речь, вы можете именно сказать в микрофон что-нибудь, какие-то слова, и это все у вас запишется в текст. Текст вы также можете копировать, в общем, там тоже ничего сложного нет. Видео, аудио тоже довольно-таки интересная функция, из видеоролика также можно извлекать аудио, то есть все просто и понятно, то есть тут вопросов особо и не возникает. Я забыл вам объяснить про функции чуть выше, то есть там изменитель голоса был и SFX эффект, то есть про эти функции я две случайно пролистнул. В общем-то, объясняю, что они значат.
это делается именно таким образом, то есть, что вы можете изменить ваш голос, то есть добавить более тон, изменить в него, добавить какие-то дополнительные, то есть параметры тоже к этому ко всему телу. По поводу изменить вот SFX эффект, то есть вы можете добавлять различные эффекты, то есть там уже будет встроенный такой фильтр, который вам поможет более так приукрасить ваше аудио, то есть довольно-таки очень интересная функция. По поводу других функций, но они довольно-таки простые, как удаление шума, удаление тишины, веселая запись, то есть про них, я думаю, говорить тоже особо нечего, потому что они действительно очень легкие, то есть в них разобраться вам самостоятельно трудность нет, вы сами сразу же поймете уже, что это за функции, их названия говорят сами за себя. Тут есть справка, вот по поводу которой я вам говорил в начале видеоролика, то есть тут вы просто сможете спокойно почитать и все понять точно на 100%, что за приложение и так далее. Если у вас какие-то проблемы будут, тут есть раздел техподдержки. Если я вдруг что-то вам не, то есть что-то не сказал, то есть что вы хотели услышать, вдруг я этого не сказал, обязательно напишите в комментариях или мне во ВКонтакте, я вам объясню, что да как работает тут. Потому что я знаю, я сделал не такой, не совсем таки полный обзор, то есть как вы хотели, то есть если делать полный обзор, на это, конечно, уйдет, ну, может, минут 40, как минимум, чтобы разобрать все досконально, каждую функцию на 100%. Давайте сделаем так, если вам этого видеоролика было мало, то есть я вдруг рассказал крайне мало, что вы хотели услышать, то наберите 50 лайков под этим видеороликом, и я выпущу вторую часть. Можно сделать, в принципе, так, то есть чтобы я точно знал, что вам нужно, чтобы вы, то есть уже могли полностью разбираться в этом приложении, то есть на все 100%, чтобы я дал вам такой урок, в общем-то. Также, конечно же, хотел бы рассказать по поводу основных проблем, из-за чего, допустим, вылетает приложение, лагает оно, то есть при обработке. То есть довольно-таки проблемы, я бы не сказал, что их решить так сложно, но они все-таки решаемые. То есть первая проблема, из-за чего вылетает приложение. Оно может вылетать из-за того, что у вас плохо обновлена система вашего телефона. Систему телефона можно обновить, зайдя в раздел настроек. В настройках уже ищите раздел о системе. В этом разделе выбираете автообновление и его обновляете. Это случается очень редко, конечно же, но все-таки такая проблема имеется. Сделать решить проблему достаточно просто. Просто вам потребуется приложить хотя бы немножко к этому ко всему усилия. Далее. Что делать, если лагает? Лагает из-за того, что под него выделяется мало оперативной памяти, вследствие чего и проходят лаги. То есть от лагов вы также можете избавиться. Это сделать достаточно просто. Скачайте приложение AppKeepClean либо же CleanMaster. Два очень удобных приложения, специально таки помогающих решить подобную проблему. Далее. Третья проблема, что делать, если вы купили премиум-версию и вам она не пришла. То есть, да, такая проблема тоже бывает, именно связанная из того, что бывает перегрузка системы, в общем-то, и случается такая проблема. Это очень легко решается, достаточно написать техподдержку, и техподдержка уже все дело будет решать. То есть, предъявите, что вы действительно все покупали, то есть, там, пруф, чек, в общем-то, скрины какие-то, что вы оплачивали, и все вам начислят обратно. Также это можно сделать, если вы поменяли телефон, то есть вдруг у вас новый телефон появился и аккаунт в этом приложении у вас есть. То есть можете также на него зайти и все это дело проделать, то есть чтобы у вас была ваша премиум-версия. Далее. Далее, также, конечно же, хотел бы вам порекомендовать мой второй канал, на котором я снимаю игровую тематику. Ссылка на мой второй канал будет в описании. Не забудьте на него подписаться, мне будет очень приятно. Вы меня этим будете мотивировать делать для вас топовый контент еще и по игровой тематике. Также хотел вас попросить написать в комментариях, на какое приложение мне записать обзор в дальнейшем. Ведь тем самым вы поможете не только себе, но и другим людям в дальнейшем разбираться в каких-либо приложениях, если у них будут какие-либо проблемы с именно пользованием. То есть я в этом плане, конечно же, могу легко им помочь в этом. Ну а также хотел бы сделать небольшой спойлер, что на этом канале скоро будут выходить уроки, связанные с фотошопом. То есть, если вам нравится такая тема, обязательно пишите комментарии, чтобы ускорить процесс этого дела. То есть, ну, а на этом я уже буду заканчивать. Спасибо всем тем людям, кто досмотрел этот видеоролик именно до самого конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях. Также пишите во ВКонтакте, если вы что-то не поняли. Ну, а на этом все. С вами был ProGamer, всем до новых встреч, увидимся в следующем видеоролике.